цифровое наблюдение, передающееся по коаксиальному кабелю. Разрешение, поддерживаемое видеокамерами, составляет 1920 на 1080 линий. Также более низкое разрешение на 720 dBm, то есть HD и Full HD. Передается все по обычному коаксиальному кабелю SG6. DGV готова представить, не то что готова, уже представляет на рынке России как линейку камер полностью, начиная от уличных, заканчивая офисными, внутренними камерами, боксовыми камерами, так и камерами с оптическим зумом. Так и регистраторы, которые поддерживают запись именно в этом разрешении, 1920 на 1080. Сегодня мы поддерживаем, соответственно, нашими регистраторами 6 кадров на канал в этом разрешении и 12 кадров на канал, в зависимости от модели и ценовой категории. Соответственно, через 3 месяца представим регистратор на MIPS, который будет уже поддерживать 25 кадров на канал Full HD. Интересна новинка чем? Не надо менять полностью структуру видеонаблюдения, то есть передачи видеосигнала. Если у вас есть система на базе обычного коаксиального кабеля G6, меняйте камеры, меняйте регистраторы, все, у вас началась цифровая эпоха видеонаблюдения. Full HD разрешение.